Остров Феклистово. Между бухтой Лисья и мысом Белый красивые станцы, сверкающих своей белизной мрамора. Особый шик придают растущие на них деревья. Нижняя часть скал зализана волнами. На достаточно большом расстоянии наблюдаем удивительные белизны мрамора с красивым названием «Урочище Восточные Белые Скалы». На двух лодках обходим подальше, метров на 500. То приближаемся совсем близко, иногда то один экипаж, то другой высаживается на берег. Фотографируем, снимаем видеокамерой. Это мыс Красный. В виде огромных скал, небольших останцов, выделяются среди серых осадочных пород красные яшмы. Немалое количество кекров разных конфигураций подставляет себя ветрам и приливным течениям, штормам. Остались пикообразные станцы. Но это просто фантастика, красота.